Иван Буренин. Это небо, как будто свинцовое, непосильную кажется ношею. Хоть бы что-то случилось новое, на вчерашний день не похожее. То, что пахнет июльской полночью, что как радуга плещет красками, что взойдет над всей этой сволочью, опьянив поцелуями страстными. Это небо, как будто свинцовое, небосильно прижимает к земле своей тяжестью, и мечта разбивается новая, ну а старая глупостью кажется. Христос, однажды, напившись до бреда, до блева, почудилось мне, я Спаситель Христос. И что же увидел, когда пришел снова? Да то же, что видел, когда я крест нес тогда, на Голгофу, потом рыдая, волком взвывая под весом небес. Тропа извивалась, на гору вползая, толпа издевалась, их смех уже лез. Мне прошлое в руки гвоздями впивалось, мне мертвые ноги костями сплело. 2000 зим ничего не менялось, все мои муки горстями смело время. Над людьми издевалось племя, в историю ушло не одно, а ворованов 200 осталось, 200 христосов упало на дно. И я вслед за ними, проспавшись, распявшись, душу раздавший, духом стал нищий. Поймете ли вы, с крестом наигравшись, блаженные те, кто правду ищет. И крик прокаженного богохульника. За стенами лепрозория, зори кажутся ярче. Кто виновен в моем позоре? Разгораются споры жарче. И там много я напроказничал, коль проказою был наказан, сквернословил, хулил, похабничал и крамольников миром мазал. Разбираюсь теперь в этом ссоре с светом, с Богом, давнишней ссоре. Но за стенами лепрозория поднимаются новые зори. Спасибо. Иван Буренин. Не, ну, мне так показалось, что зал слушал тебя, Иван. Что-то тут со стойкой случилось. Есть у кого-то мнение? Андрей Чириков. Разумеется, есть. Ну? Иди сюда, напоследок, потому что почти. Все устали уже, поэзия. Ну, 2 часа, представьте, 2 часа почти. Господа, ну, вот как вам такая строка? Мне мертвые ноги костями сплело. Гениально! Мертвые ноги костями сплело. Неважно. 200 христосов упало на дно. Гениально! Вот, смотрите, дело в том, что это может показаться гениальным, особенно под коньячком или под марихуаночкой. Но трезвому человеку это может показаться нелепостью. Опять-таки вопрос критериев оценки. Ну, может быть, Лариса? Лариса, может быть, нам скажет кулитет. Она, когда руку поднимет, она скажет. Я трезвая, мне показалось гениально. Я вообще не пью. Да. Спасибо. Есть? Подожди, Маш, куда ты ушла? Иди сюда. Ну, хорошо. В общем, по-моему, тут понятно. Ну подождите, а мы не завершаем. На этом нельзя точку ставить, пожалуйста. Просто Христос переводится как Спаситель. У вас проблемы и с Буддами, и с Христосами. Христос – Спаситель. Ну как-нибудь все-таки интересуйтесь немножко этим вопросом. У каждого поколения есть свой Христос, поэтому 200 за 2000 лет. А можно так говорить Христос? Андрей, по-поэтическому и вообще в творчестве можно все. У Булгакова, извините, тоже там на метле женщина летает и ничего. Во мне лично, допустим, 5 Христосов сидит. Ну и что? Один из них умер уже. Итак, образ. Дело в том, что образ должен быть зрим. Вообще поэзия – это такая эссенция высказывания, единство образа, звука и мысли. Мне мертвые ноги
Мертвые ноги костями сплело. Этот образ представим хоть как-нибудь? Вот мертвые ноги. Огромные слоновьи ноги. Как их сплести костями? Андрей, не будь дураком. Знаешь что, я тебе объясню. Подожди. В Библии написано описание, есть в песнях царя Соломона о том, как он женщину описывает, там, барашки по склону. Если воспринимать... Про Христоса... Дай мне договорить! Если воспринимать все в лоб, понимаешь, то тогда, извини меня, метафоры вообще нахрен нужны. И если каждую строчку стихотворения изображать здесь, то это будет вообще такой театр замечательный. Хорошо. Ну, вот такие... Иван Буренин, спасибо.